и встали друг против друга к гряде. А князь приказал стяги дружинные на разных концах боевища поставить. И чья дружина стяга супротивника коснется, тому и честь. Это понимал мудрый князь, поэтому приказал он провести 3 удалецкие шибки, дабы случай не застил глаза истины. А первыми, как по обычаю следует, вышли на поединок лучшие. Мы с вами первую стычку между дружинами варягов и русичей. А сейчас увидим вторую. Славу страшен был давнерусский богатырь в бою, и ликом страшен, и статью. Глаза яростью налитые, борода клоками из-под личины шлема торчит, кровь на кольчуге и своя, и вражья. Сейчас вы увидите, как в третий раз в удалой потешной схватке сошлись хирд викингов и дружина русичей. Спешите сюда, уже блестят копья, багровеют щиты, и земля дрожит под мерной поступью битву идущих. А князь мудрым оком бойцов озирает, храбрейшего взыскуя. Thank you.
Но вновь заспорили наши витязи, кому честь достанется за плечами князя со стягом княжьим в битве стоять. И порешили они избрать лучшего воина в молодецкой забаве кольцо славы за Бомой.